Рязанский. Строил город, и ему не хватило гвоздя. Никита Рязанский протянул ладони и увидел в них капли дождя. Никита Рязанский оставил город и вышел в сад. Никита Рязанский оставил старца и у чашек тонну влад. У меня такое очень странное ощущение и очень радостное, что вот опять-таки не Россия, а Русь, вот она вдруг как-то открылась сейчас. Вот как будто какие-то двери, которые были очень долго закрыты, как они открылись, и пошел такой ветер сквозь века, сквозь все, который вдруг все соединяет. Лети, летчик, лети, лети высоко, лети глубоко, лети над темной водой, лети над той стороной дня. Неси, летчик, неси, неси мне письмо. Письмо из святая святых, письмо сквозь огонь, письмо от меня. Для меня рок-н-ролл как был, так и является, когда в голове сдвигается фокус большой, и ты вместо того, чтобы видеть предметы, вещи и процессы для окружающих, ты видишь, фокус сдвигается, ты видишь, из чего эти процессы сделаны, эти вещи, эти процессы, все, что тебя окружает. И ты видишь, что во всем этом светится и искрится Бог. Прой, так причисли нас к ангелам или среди зверей. Но только не молчи, я не могу без огня. И где бы я ни шел, я все стучусь у дверей. Так, Господи мой Бог.